spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена линейка безинерционных катушек Helios HX от известной компании Akuma. Эта модель имеет стильный дизайн с неброскими зелеными вставками. Кроме современного внешнего вида, она обладает неплохими техническими характеристиками. Давайте поближе рассмотрим вариант с индексом HX40. Для облегчения конструкции в целом, при изготовлении корпуса и ротора применяется сверхлегкий карбон C40X. К примеру, вес именно этой модели составляет 244 грамма. Но в то же время такой материал обладает достаточной прочностью. Передаточное число равно 5 ровно к 1. В данных катушках применяется второе поколение системы балансировки ротора под названием RES-2. Этот размещенный на роторе груз рассчитан при помощи компьютера и позволяет добиться плавного вращения, а также компенсирует излишние вибрации. Для обеспечения мягкого хода используется 9 подшипников, 8 из которых шарикового типа HPB из высококачественной нержавеющей стали и один роликовый. Чтобы ротор не имел возможности проворачиваться назад, реализована система антиреверса. Перфорированная шпуля изготавливается из анодированного алюминия. Это делает ее очень легкой, без потери прочностных характеристик. С целью свести к минимуму возможность прокрутки намотанной лески предусмотрено специальное рифление для нижних слоев. Есть и круглые металлические клипсы для фиксации. Мультидисковый фрикционный тормоз расположен в передней части. Стоит отметить, что для большей эффективности в нем имеются карбоновые диски. Кстати, система гидроблок, состоящая из резиновой прокладки, не пропускает вовнутрь воду и грязь, которые могут отрицательно повлиять на нормальную работу фрикциона. Для удобства катушки снабжены рычажком реверса, расположенным в нижней части корпуса, позади ротора. При его переключении ручка вращается либо в одном направлении, либо ее можно крутить в обе стороны. Сама ручка имеет удобный кноп округлого сечения из EVO. Чтобы избежать ее поломки во время хранения, необходимо ослабить винт и прижать рукоять к корпусу. При желании из леворукового варианта можно сделать праворукой. В комплекте есть набор дополнительных шайб, с помощью которых вы сможете отрегулировать качество намотки лески на шпуле. А теперь давайте разберем Akuma Helios HX и заглянем вовнутрь катушки. По заявлению производителя, для изготовления деталей механизма используется алюминиевый сплав. Кроме этого, здесь применяется высокоточная эллиптическая передача, которая обеспечивает плавность работы и увеличивает общий срок эксплуатации катушки.
Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.